интерактивная карта, QR-код действующий, где дети могут познакомиться с основными достопримечательностями нашего родного города. Интерактивные пространства для детей, IT-класс, современная библиотека, 3 спортивных зала – все это разместилось здесь, в новой 76-й школе. Ее строительство стартовало в апреле 2021 года по национальному проекту образования. Родители сами выбрали место для будущей «Альма-Матер» и после активно следили за ходом строительства, которое закончилось в декабре 2022. С четвертой четверти именно сюда направят 647 школьников, а с 1 сентября классы заполнят полностью. Это 1100 мест. Инфраструктура школы настолько богата, что здесь мы с вами сможем реализовать самые основные и смелые направления приоритетного национального проекта образования и школы Минпросвещения России. Уделить внимание и знаниям, и здоровью, творчеству, профориентации, школьному климату. Конечно же, реализация такого масштабного проекта была бы невозможна без всесторонней поддержки. Мы благодарим правительство Рязанской области, администрацию города Рязани, ваших родителей, уважаемые ребята, за большую поддержку и за осуществление контроля за ходом строительства и оснащения нашей новой школы. В школе есть небольшой музей Надежды Чумаковой. Именно ее имя и носит новая 76-я школа. Торжественное открытие приурочили к столетию со дня рождения рязанской градоначальницы. В своем приветственном слове губернатор Рязанской области Павел Малков выразил надежду, что трудовой путь Чумаковой, ее любовь к городу станут примером для учеников. Пока мы подготовили выставку, которую разместили в нашей библиотеке. Здесь есть подлинные вещи Надежды Николаевны, ее рабочего кабинета, личные вещи, которые передали родственники. Новый педагогический состав, самые инновационные подходы плюс постоянное развитие. Совсем скоро здесь откроют такие направления, как 3D-моделирование, робототехника, занятия по китайскому языку и другие. А также спортивные секции – футбол, гимнастика, тэквондо и многое-многое другое. У нас все школы, которые сейчас строятся, ремонтируются и конструируются, все современные. Сейчас по у нас проекту образования идет реконструкция большого количества школ. И вот мы их все сразу привозим к таким стандартам. Понятно, что если школа построена раньше, там нельзя сделать, например, такой же прекрасный спортивный зал, как мы сейчас видели. Но по уровню оснащения, по использованию материалов, по смысловому наполнению мы везде вывозим на самый высокий уровень. Павел Малков добавил, что останавливаться на реконструкции не собираются. Здесь должен быть комплексный подход. Помимо школы облагородят и территорию вокруг. Также будут подходить как к строительству новых учебных заведений, так и при благоустройстве уже существующих.